Кто? Олег, двоих убили. Просто серьезно, это нужно сделать, чтобы 100% одного киллера убить. И мы с Олегом, блядь, сука, хотел бы с Олегом, блядь, вот было бы классно, блядь, с Олегом, ебашит направо-налево резать, блядь, просто, это же была бы жумайсенба, тебе прям жду, давай нахуй, пельмени, а, я не хочу я туда идти, блядь, там слишком, о, щит, мэн, так, в принципе, где не могу чувака, здесь, ага, пойдем, сейчас свет вырубят, чекайте. Самое первое, что вырубит, это сразу свет. Пойду в офис. Так, здесь пельмен. Болтов. Ага, вот тут дохуя копов. Туда, сюда. Я остерегаться буду. Опа, так. Китя, один вопрос. Мы четвером были. Одну секунду, Китя, один вопрос. А почему ты на труп не нажала? Ты мимо трупа прошла. Сначала... Я на карту смотрела, я вообще его не видела. Опа! Опа! Ты задание за это время не делала. Я сделала все задания. В смысле, все задания сделала уже? Все задания, которые ты видел, где я стояла, за компьютером, потом карту провести, а что ты там делал? Ты стояла около кактуса, и около карты ты не была, ты стояла. Я не задания. Около карты, ты понимаешь, что это задание, когда можно... Когда делали карту, когда ребята! Делали карту, хорошо, никай меня, и да, проверишь, кто там маньяком. Один вопрос, у нас один анимация вопрос. Включена или нет? Я не знаю, ты настроил. Ты, Кирилл, ты видел, как я сканирование прошел или нет? Нет. Кирилл, а ты прошел, у тебя тоже сканирование было? Ты стоял очень криво для сканирования, Олег. Чего? Ты так, слева. У тебя сканирование было или нет? Ну, было. Так что, ну да или нет, я не понял. Да нет, выключено. А, ну все, значит, мы играем. У вас очередь была? Я не видел, как Кирилл. Олег, а почему ты криво стоял от сканирования? Вот это меня удивило. Кирилл, одну секунду, быстро, дайте скажу. Кирилл, хорошо, когда давай. Олег проходил сканирование, ты мог пройти сканирование? А в этот момент нет. Сначала ты прошел сканирование, я прошел сканирование, да, потом следом Олег. Ну, а ты, Олег, мог нажать? Опа, там еще пазан был, и я. Мог в сканирование зайти? Я заходил, я стоял рядом с Кириллом. Кто-то еще был? Я просто, я могу, типа, тот факт принять, то, что она реально могла не увидеть, потому что я думаю, что она не успела бы так быстро убить. Там даже анимации не было, то, что падает. Я стоял. Джонни, сейчас, дайте, микрофон у меня, дайте, быстро скажу. Давай. Следи за ней, потому что мне муф не понравился. Она сначала в одну сторону пошла, потом с пельменем пошла в другую сторону. Просто следите. Да, я понял, скипаем. Просто следите. Мне интересно, если Джонни нашел труп. Если Джонни нашел труп, Олег, а мы знаем, как Джонни... Значит криво? Я стоял ровно, Кирилл, я стоял ровно! Ну ладно, сопрем на то, что, возможно, эта анимация криво сработала. Так, надо, короче, за Олегом посмотреть. Внимательно за Олегом посмотреть. Надо и за Кити. Реально, может быть, Кити и Олег. О! What the fuck? Не, не пойду. А ну? Кити стоит. Не. Наверное, было бы слишком полезно так труп. Никого пока не видно. Ну, я не хочу в сало ходить. Фак. Кого нашли? Кирилл. Фазан! Давай, расскажи, Фазан! давай. Это ты убийца. Фазан, я ты понял. Быстрее нажал на труп. Кирилл, ты навстречу мне бежал. Если не Фазан, то за меня голосуйте. Если не Фазан, то за меня голосуйте. Если не Фазан, то прям следующую катку меня отбивать. А что ты ко мне так стал подходить резко? Зелич, Кити со мной всегда был. Со мной Сережа. Я наблюдал по камерам, в секьюрити был у тебя. Кити сюда постоянно с Серегой в основном бегала. Ну ладно. Просто она просто перед тем, как труп не нашли, она резко начала подбегать ко мне. Смотри, о чем мы забыли. Мы помним, как Джонни умеет наебывать иногда. Так. Не спорю. По сути, труп нашел он. Так. Кити не знает карту. Может быть, не она все-таки. Я, кстати, когда не замечал за это. Я об этом же сказал. Я сейчас бегал вместе с ней, за это время она меня не убила. Либо Фазан, либо Кирилл. Фазан сейчас.
Ладно, окей, давайте сначала Фазан или Кирилл. В смысле? Я думаю, Фазан. Давайте сначала Фазан, а потом Кирилл. Одну секунду. Если, типа, увидел Кирилл, то он бы топил бы сейчас полностью Фазана, типа, если бы он реально видел, что на его... Я и топлю за Фазана. Просто он что-то молчит, и мне как-то... Я не молчу, ты меня не слышишь? Ты меня не слышишь? Ты молчал сейчас только что, пока говорили, что там Джон и Китти. Смотри, надо сейчас кикнуть. Надо, блядь, придется кикнуть реально двоих. Кого сейчас сначала кикаем? Да Фазана, смотри, Фазана. Сначала Фазана, это бред. Кирилла потом кикаем. Меня можешь кикать. Да это бред, Кирилл. Мы можем проследить, Фазана кикнуть. Можете за мной следить спокойно. Типа, вот прям за мной ходить. Кирилл, стой, смотри. Хорошо, Кирилл, смотри, я забегаю, ты ко мне навстречу бежишь. Я вижу труп. И что ты там делал, расскажи мне. Кого ты забегаешь? Кирилл, ты я прошел, и ты нажимаешь на труп сразу же, типа. Я такой, прошел дезинфекцию, я выхожу, ты навстречу мне, я вижу труп сразу. Все, давайте, видел, все, Фазана, да, и Кирюха, все. Это тут, к сожалению, придется именно так поступить. Все, давайте. Зря. Удачи вам. Серега, подожди, странная какая-то фигня все равно. Сейчас еще ну, блядь, Серега, давай Фазана и Кирюху, блядь. Если это знающие маньяки, они отпиздят нас просто вдвоем. Ты, главное, Фазана выкини, вы все равно выиграете. Все, мы идем. Я не знаю. Мирный вперед! Фазан пошел нахрен. Но они оба слабо оправдываются, если честно. Делаем вид, что уходим. Или не уходим, пельмень красавчик. Ну не думай, что меня захуярил бы ты. Ну все, Варпач, до побачення. Мне кажется, мы тут... Что? Джонни, вот ты знаешь, что нас сейчас меньше будет. Что потом маньяки, по сути, могут просто отпиздить еще несколько. Один маньяк, он соло останется. Стоп, а почему Олег умер? Он до этого умер. Один остался, я тебе говорю, что Фазан был маньяком. Ну, может быть, и ты. Поэтому тут уже... Кирюх, тут нужно 100% вариант. Сейчас, одну секунду. Тут 100% вариант, нужно 100% тебе кикнуть, потому что, чтобы реально сомнений у нас больше не было. Что у нас 100% один есть. Так, если мы тебя не кикнем, у нас есть сомнение, что, может быть, и два останется. А так, если мы тебя кикнем, у нас будет 100% типа, ответ, что все, у нас был, типа, у нас один маньяк остался. Да, маньяк, у вас 100% один маньяк сейчас бегает. Нет, Кирюх, надо тебя кикнуть, чтобы мы 100% знали это. Не, Кирилл, подожди. Мне нравится, что ты торопишься так. Мне тоже. Обычно Джонни играет рассудительно, а тут он уже меня выкидывает. Подожди, Кирилл, подожди. Так мы прошлый раз я был согласен, что всю игру играет. Абсолютно, всю игру можете если за мной бегать. Если мы сейчас меньше станет народу, маньяки могут нас легко ушатать. Подожди, ну, Кирилл. Ну, я поэтому и говорю, Ну. Подождите, Кирилл, а что ты так резко начал это останавливаться, чтобы тебя мы не кикнули? Ты же да. В прошлый раз не было претензий, чтобы мы тебя после Фазана кикнули. Потому что вы, пожалуйста, кикайте, окей, кикайте, но вы все равно типа будете меньше, в меньшинстве у нас будете. У нас один маньяк. У меня еще есть нити. Да, я тоже против Кирюхи. Кирюха что-то начал странно сейчас вести. Все, Кирюха, Серега, давайте выкидывайте. Серега. Проголосуй, пожалуйста. Серег, бесполезно. Все равно сейчас один маньяк. Мне нормально все, успокойся. Но, Джонни. Нет, стой, если бесполезно, я сделаю вот так тебе. Хорошо, Серег. Ты серьезно? Если бесполезно. Я бы Серега маньяк. Все, нужно быстренько выиграть. Бля, вот Леша не нравится, Леша пиздец не нравится. Бля, ну если у нас реально два киллера осталось, это пиздец. Ёбок хайпер, блядь, ебаный. Так и знал, нахуй. Серега, блядь, пожалуйста. Сука, я не увидел, кто рядом с Джонни пробегал, блядь. Пельмень. В смысле, пельмень, Яна? Я побежал в полный... Это точно не Леша? Яна, стой. Пельмень, стой. Это точно не Леша, я видел, он ушел вправо, очень вправо, мы с ним вместе убежали, я потом в электричку Яна, пошел. Яна, я видел то, что провода Серега со мной делал. Забегал в я кислороду. Тоже была с Сережей. Нет, ты стояла возле двери. Бля, это либо пельмень, либо Яна. Бля, Зелич, давай посмотрим на 1000 рублей, посмотрим то, что я не предатель. Вот я готов поспорить. Давай. Нет, ну так сразу, бля, чтобы откидался. Жопа не сработала, деньги пошли? Деньги-то проще. Мы всегда на твою жопу ставили, помнишь? Не, подождите, это точно не Леша, я за Лешу верю, то есть он был очень далеке вправо. Смотри, в чем прикол, может и быть Лейн. Какой Лейн, блядь, ты тупой, я в электрическую пошел провода делать.
Ну а вдруг ты мог просто убить и потом через какое-то мимо меня время... Джонни с кем-то пробегал, я не увидел, я потом я починил провода, у меня справа был. Я вообще думала, что это Джонни, потому что мы с ним бежали, и он вокруг меня начал подождите, бегать. Кто я побежала раз с Джонни Сережей. Я его видела, и Сережа видела, его видела. Они пытались друг от друга бегать. Я Джонни вообще потом я побежал видел. Дальше делать задание про водку, и все на этом закончилось. Блядь, друг это вообще я Серега, я убежала к Сереже, потом у меня было задание с двумя кранами снизу. Не, я легкий точно. Да что за херня? Либо Леша а если это не, если так, если это не пельмень, если это не пельмень, это либо зелье, либо давай, побеждай. Охуенно, блядь. Подожди, да это не я, у меня еще две проводки осталось. Побед? О, да понял. Ладно. Пизда. Мутация. Да, актер. Сейчас умирает Серега, блядь, и тут дураку понятно, что нужно против Леши голосовать. Пожалуйста, не тупаните, выиграйте, умоляю. Сделайте это дерьмо. Бля, нажмите, пожалуйста, не тупаните, нажмите на кнопку, проверьте, умер ли кто-то. Пожалуйста, сделайте это. Молодец, Серега, молодец. Лучше просто. Это Леша. Лёшка, это кончай. Лёшка. Все, Лёшка. Лёш, я успел добежать. Лёш, я успел подожди, добежать. А почему здесь успел продобежать, ты мне скажи? Лёш, ты слишком спокоен. Я успел добежать до стола, потому что свет выключился, и мы все это время были с Китти. Она делала задание продвинулось чуть дальше. Все молодцы. И почему вы думаете, что это я? Ну, потому что больше никого не осталось. Я понял, свет вырубился, убили последнего Зейна, остался ты. Давай, я понял. Давай, всем спасибо, всем пока. Все, давай. Бля, Лёха, это такая крыса. Кирилл, спасибо большое, что убили. Пожалуйста, я не хотел, но ты... Тогда, вам фазан... Меня реально бесит то, что кто-то вот из пацанов, когда пельмени начинает правду говорить, когда фазан начинает правду говорить, их вообще никто не слушает, вообще никто. Подожди, на секундочку, буквально 30 секунд поднимала. Лёх, в последнем раунде ты начал орать «Победа» и не выключил микрофон. А что, за, я говорю, актер типа, пиздец. Не, я этого тоже не слушал. Я услышал. Там еще, знаете, как я сразу на Лёшу начал подозревать, когда он весь раунд молчит и такой... Да, давайте кикнем, типа. Весь раунд! Это проиграется, предатель всегда молчит. Это хорошая катка была, хорошая. Но ты, блин, меня так надурил, блядь. Мы же вместе с тобой были, как ты успел Джонни убить? Я буду. Называется, успел. Самое главное, это не забыть сделать, когда будет у меня... Фиолетовые, розовые, синие, черные, зеленые. Синий, черный, зеленый. Серега реально, типа... Еще должен второй сделать? Там же второй надо делать, Серег. Надо камеры еще, кстати, чекнуть. Кто? Олег, двоих убили. Только что свет! Хайпер и Серега! Джонни, где труп был? Какого фига ты опять гонишь на меня? Ты только Джонни, что был труп? У Света! Свет! Только я что включали! Я был только что около Света. Был Джонни, был Леша и еще кто-то был. Ну? Так мы все были у Света. Я тоже где-то прибежала. У меня не было, я за сеткой был, я видел. Все. Тимур просто бежал в сетку все это. Я рядом с Кириллом был. Я хотел зайти. Я подумал на Олега, но Олега... Не-не-не, это Серега. Иди ты в жопу, я таки ему не делаю. Хорошо. Ну, хорошо. Короче, Хайпера и Серега. А что, я что ли, блядь, убил? Хайпер и Серега? Вместе да. мы делали? Хорошо. Да, хорошо. Серег, скажи мне, пожалуйста, ты починил кружок. Я не починил его до конца, доделал я до конца, и я тебя ушатать в этот момент спокойно, да? Ну, я понимаю, да. ты мог, да. Мы потом поднялись наверх, я пошел вверх делать задание, выключился свет, я пошел назад. Друзья, почему ты не дочинил? Чего? Вот эту хуйню, почему ты воду не дочинил? Я понял, что ее долго делать, а ты кружишься около меня. Ну и потому что я за тобой сижу. Ты там стоял недалеко. Короче, это 100% либо Серега, либо Хайпер. Я предлагаю двоих выкинуть. Я хочу что сказать? Подожди, я хочу сказать, что это точно не Фазан, но Фазан мог... Потому что вы, типа, дальше всех были. Вы были ближе всего к щитку. Что? Вот теперь дай мне сказать, потому что я замутан все это время было. Я думал, что меня не слышно, и уже начал материться на вас, то, что вы не слушаете. Давай. Суть в том, что когда произошло убийство, я отошел в этот момент.
момент. Я отошел и просто порез какой-то был. Я и кричал, типа, а кто с нами? Я тоже отошел, не я последним был там. Серега был. Серега был. И еще кто-то был. Я был не последний. Я не был. Знаешь, в чем прикол? Знаешь, в чем прикол? Я выходил, у меня загорелся репорт. Я сначала не понял. Возвращаясь назад, вижу, анимация труп падает, типа. Подожди, я только от щитков отхожу, и произошло убийство. Я даже, типа, ничего не успел. И Серега, это железно, это железно. Этот момент, алло. 10 секунд. Не я последний был. Бля, я в Серегу голосну. Я скипну, я надо скипну. Просто, надо либо я Серегу, либо Хайпера. Я скипну, нахер. Сейчас, ребят, сука, запомните, если меня убивают... Подожди, а почему Серегу? Они друг на друга не гонят? Они могут вдвоем играть. Да, они, о, блядь, рядом конечно. Были. Мутаемся. Джонни, я сейчас на тебя только рассчитываю, потому что ты постоянно гонишь на всех. Блядь, это реально может и такая хуйня быть. Мне Серегу и Хайпера в пизду нахуй просто подальше от них. Меня ёбнут, короче, меня ёбнут, блядь. Я ёбнут, потому что больше всех знаю, нахуй. Больше всех знаю. Ну давай, блядь, сейсмическая активность, нахуй. На левую сторону пойду, потому что никого нету. И меня сейчас там ёбну, да? Стоп, а может быть там реально труп валяется? Там Серега был, Хайпер. Вдвоем стояли чисто. По левой стороне нужно пойти посмотреть. Трупок, трупака нет. Только починим. За этими двоими надо проследить, нахуй. Где камера вообще? Управление, офис. Он в офисе где-то, смотрите. Или в управлении. Мень. Урод ебаный, нахуй! Сука. Блять, ну камон, нахуй, ну, блять. Иди, блять, что нахуй? Что это было? Что, блять? Это Пазана, Тимура, Сиплый Джеки, просто сай, блядь. Это жесть. Джона, ты говорил про просто, просто, бля, почему вы скипнули? Ответьте мне просто, нахуй. Джонни, потому что ты часто так бьешь боком. Что? Понимаешь, тоже. Блядь, ну Джонни, сука, хотел... ну просто я в ахуе, блядь. Чего? Просто разъебали. Что вы, блядь, Серегу не голосовали? Джонни, потому что это было похоже. Вы вдвоем были, вас надо было 100% кикнуть. Ну что, блядь, это легко, нахуй. Это читаемо. И не только я понимаю, вам двое, я понимаю вас двое. Блять, он был со мной, он рядом со мной был, он 100% вне подозрения. Это был либо ты, либо Лёша, все. Ну да, отлично. Ну победили, ну все, ну давай. А, мутаемся куда? Пиздец, нахуй, просто никто меня нахуй не послушал. Никто, блять, я в ахуе просто. Слева никого нет? Давай, о, найс. А, левая, не чекнуть. Тут было, надо чекнуть. Не, все нормально, чисто. Куда Кити ушла? Она здесь. Разъебистый фазан, ну-ка. Получилось, да? Пуф. Опа, куда этот ушел белый? Че ты нажал? Я просто проверить, все жив? А. Олега. А где труп, блин, ага. Я не видел труп. Я с Джонни стоял около... Стой, я быстренько скажу. Не говори, не говори, не говори, где стояли, не говори, не говори. Пельмень, что это за мув был? Почему ты резко за мной начал бежать? Что, потому что я ебал по улице саму. Ага, а чё скипаем, именно за мной скипаем, ты так рванул-то сразу? Ты просто скипнул? Да-да, я скипнул. Алло, понимаете? А подожди, а почему? Стой, ты же, мы же могли спросить сейчас со всех, мы были с тобой наедине, я тебя могу спокойно пиздануть и съебаться. Ты нифига не успел, я далеко, я поэтому и начал от тебя убегать, ты резко за мной начал. Так потому что я ебал. Ты бежал. Так это смысл мне бежать самому? Стой, дай я скажу, ты бежал в это место, где кнопка. И потом бам, увидел так меня и резко увидел, развернулся и побежал убежал, за мной. Я выполнил задание, потом какое я задание ты выполнил? Тебе. Какое провел ты задание проводку. Там кто последний раз Олега видел? Я его видел. Не-не-не, я видел, когда Тимур был в медпункте, проверялся. Ребят, в любом случае, скипаем, нихера непонятно. Ребят. Дайте спрошу, Джонни, почему ты сказал не говори, если мы могли проверить их? Потому что, нет, ну, блядь, ну все, иди нахуй.
Ребят, у меня если что, анимирка мне в пункте почти со мной, у меня анимирка мне в пункте. Анимирки же не показываются. Они показываются, пока Олег тогда выполнял прошлое, они показываются. Идите за мной сейчас. Я вот такой вот не понимаю, почему никто, блядь, не проголосовал, когда был, типа, Серега и Леха, блядь, когда надо было реально, вот все, мы 100% кикаем одного, жертвуя двумя. Понятное дело, нахуй, но мы же все равно... Опа, закрыли меня, нахуй. Кем интересно? Кого там закрыли, блядь, сейчас посмотрим. Че это? Желтый, кто, опа! Блядь, сука? Ну, пазан, я... пазан, пазан. Пазан. Стой, 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 стой. Давайте сначала без скидов. Я был далеко, Джонни был далеко. Да, Кирилл, это прям на глазах смотри, было. Смотри, смотри, смотри. Перед этим мы сыграли катку. Я делал то же самое. Я убежал, я успел убежать. Точно так же, как и Кирилл. Мне кажется, это Кирилл был. Ты что, дурак, что ли? Сейчас примерно. Так что не говорит на пазан? Я подошел к электрическим, я первого пропустил, я пришел, начал делать заданку, и просто приходит кто-то. Я видел фазан, Кирилл был, еще кто-то. Только что при мне убили, это пельмень либо фазан, вот кто-то из них. Пельмень, а где труп нашли? Каким же образом убил все, кого-то убил? Где я труп нашел? Труп нашел возле электрощитка. Я умоляю, сейчас, умоляю, послушайте, пожалуйста, одну секунду. Вы сейчас, пожалуйста, не тупаните, как в прошлой катке. Нужно сейчас выкинуть двоих ценой, типа того, ну... Ценой мирного. Нам нужно выкинуть двоих, чтобы 100% кикнуть одного. Джонни, выслушай, Джонни, я знаю, что ты отбежал. Пельмени, фазан, пихаем их обоих. Подожди, стой, 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 стой. Я делал задание, алло. Дайте скажу. Джонни, ты знаешь, что я далеко был? Ты тоже я на тебя был. Не вкидываю, блядь, что? Серег. Я тебе и говорю, ты послушай, в предыдущей катке я таким же образом убил кого-то из ребят и успел отбежать, как Кирилл. Вот буквально точно так же, не дальше. Так я и говорю, Кирилл и фазан. 20 секунд, пельмень, какое вот, задание вот. Ты выполнял? Какое? Подожди! Тихо, пельмень! Рот, я выполнил. Тогда свет потушился, я пошел делать, восстанавливать свет к щитку. Ты уверен сейчас в своих словах? Мне кажется, это фазан и пельмень. Мне кажется, это пельмень, да. Я подошел, у меня вообще кнопки не было, юз, я не... Я подошел, ребята, уже ребят, поздно было. Ребят, задам вопрос быстренько. А как вот эту фигню с ракеты выполнять, где там вот... Даже кликать, да. Спамить надо. Мне все еще не нравится, что именно во время килла Кирилл почесал. Кого почесал? Да я тебе запись покажу, хочешь, я тебе на Google Диск сейчас залью. Мне кажется, это пельмень. Знаешь, почему он сказал заданку? Но он мог бы сказать тупо про свет сразу. Зачем он сказал именно заданку? Я тоже так думаю. Он же всегда говорит нам про света, чтобы его восстановить. Короче, послушайте внимательно. Подождите. Сейчас троих тогда надо уже кикнуть. Кто третий-то? Здесь. Ну, пельмень, фазан и варпач. Серега очень сильно гонит на меня. Пельмень, кстати, про деньги. Это точно Серега, это точно Серега. Мы с ним гуляли. Давайте починим свет, сейчас Кирюха опять кого-нибудь ебнет, блядь. Давайте. Да, блядь, дали бы задам. Джонни нажал. Ну, и чтоб Кирилла кикнуть. А потом фазана, да, потом фазана. А я-то при чем здесь? Кирилл, объясняю, почему мы это делаем. Потому что нам нужно, жертвуя мирными, 100% убрать одного киллера. Это вынужденная жертва, чтобы а убрать что, одного дурак, киллера. Так потому что ты рядом был. Был фазан, ты и пельмень. А пельменя убили, что ли, или что? Кикнули же мы его. Проголосовали. Пельменя кикнули. Все. Типа, если его убили, понятное дело, тут уже было бы. Но тут, типа, реально нужно так сделать. Так, а я-то при чем тут, Джонни? Я видел своими глазами, что это не я убивал, а убивал фазан, либо пельмень. Нет, Кирилл, вы были там рядом, все кучкой. Вы что, гоните, что ли? Кирилл, вот, Джонни, подожди, вот сейчас Кирилл, сильно гонишь на меня. Кирилл, я тебя спросил, только из-за того, что в предыдущей катке я буквально то же самое сделал. Я успел отбежать. Да, я не знаю, я скипну. Ну, пожалуйста, не проебем. Нужно кикнуть двоих ценой одного 100% киллера. Это сейчас такой мув будет, если это Джонни и Серега. Это Джонни. И Серега. Хорошо, Кирилл. Я Сережа бегала. Задавишь меня на Тесле, Кирюх. И если сейчас придет сюда кто-то, пожалуйста, поймите, что если кого не было с вами, тот является, блядь, чурлой, нахуй. Я ну почините по-братски, нахуй. Никого у кнопки нет, кроме меня, чтобы кикнуть фазана. Пожалуйста. Бля, вы рофли? О. Я, блядь, ждал, когда вы это сделаете. Все,
Фазана Льдоверча. Это вынужденная вера. Сори. А кого часто? Фазана, Фазана. Вот три человека. Ты уверен? Слышишь? Я уверен на 1000000%. На 1000000%. Он просто сейчас со мной бегал один в одиночку. Он мог. Он мог этого делать. Он мог специально тебя не убивать, чтобы ты засомневался кикать его. Понимаешь? Кича, так не было. Ну хорошо, я тебе доверюсь. Я с вами скинюсь. Бля, просто серьезно, это нужно сделать, чтобы 100% одного киллера убить. Все, мы сейчас остаемся. А? Вдруг ты ошибаешься. Нас пятеро. Мы 100% сейчас типа сможем одного, слышите? Переиграть. Голосуйте. А ворота открывать давно добавили такую? Типа, это надо. Именно на этой карте только надо. А, типа. Все, спасибо. Давай, Кити, голосуй. Давай, Кити. Я голосуй. Ну ладно. Молодец, Джонни. Ты такой продуманный. Поздравляю вас. Чё, серьёзно? Да. Что? С победой. А подожди, мы победили, что ли? Пельмени Фазан? Да. Пельмени, я твой рот задал! Хватит меня убивать! Не, Олег, в чём? Пожалуйста! Кирилл, ты понимаешь, я же говорю, я понимаю, Кирилл, но я объясняю, опять же, это ценой мирного нам нужно было 100% убрать киллера. Это нужно было сделать, понимаешь?